Речи. Монаро читается? Монорота. Монороту не надо отбегать. А, он отбежал. А чё, я что-то не видел, Пуси там стоял, хилил или чё, что-то Коника и я только стояли возле второй. Да, на второй платформе вообще не было. Если что, хилишь на второй платформе, между платформами, первой и второй. Ну, блять, у меня Коника сдох. Сколько снесли за это время, блять, с первого Феникса? Не, я сдох, когда уже взорвались процентов 30. Чего лишь? Я бегал туда хилиться. 20-30. Что слабо очень. Что, чем будто занимались за это время? Смотрели на то, как ты в бабле бегаешь. Верно. Понимаешь, я даже, блядь, свою обязанность полностью выполняю при любых обстоятельствах. Даже если я с другой стороны, блядь, зашел на. Там хватает времени добежать с одной стороны на другой. Нет, да, ну, я за сколько времени. Потом наверх пошел, ну я думал, там наверху нету, получается, да, вот на этой хуйне. И оно там между. А здесь. Просто, блять, отбежать от моего. А чего такой урон зашел сильно? Ну там три, по-моему, сразу. Феник правильно видел. Взорвались, и еще один из контроля как раз вышел. Блять, ну вот на первой фазе перья кидаются, каст. Эти же перья, блять, происходят на второй фазе, только босс висит в воздухе. И пиздец. Ну там фокус, да, достаточно взять, и все. Так от перьев-то, ну, отошли все, а, блять. Ну потом... там должны мили выбежать от, из-под Феникса. Ну, народ, а ты, я думаю, можешь остаться, потому что если танк не стоит рядом, ну, с мобом, то ауешкаш идет вроде как. Да, там ауешкаш. Тем более на танк не кидают. Народ, объясняю всем, очень-очень хуйня прикольная. Крик Феникса, каст. Блять, не знаю, впишите себе хуй знает куда, мне вообще без разницы. Когда крик Феникса, каст идет, он долгий, 2 секунды. Реально долгий каст. Блять, отвернитесь вы просто от Феникса. Все, что вам надо сделать, чтобы в фире, блядь, не бегали, блядь, и эти перья, которые идут от босса, на вас не кидались. Вы в фире, блядь, бегаете, и они на вас, блядь, цепили. Как он полностью называется? Крик Феникса. А продолжения нету? Нету, все. Там два коста только, вот этот большой, который надо сбить, и крик Феникса, все, который не сбивается. Крик Феникса не сбивается. Редвард, ты тоже сначала запрыгнуть? Вот, и получается, что вы один сбивается, каст, под конец, второй просто отвернулись, блядь, как на джайне от куполу, блядь. То же самое, и просто бьете, больше ничего знать не надо. Локи, там 4 лока, сами поконтролите этих мобов, там по очереди, если что, определитесь между собой, кто когда отпускает. Плюс Гена там, если что, даст, блядь, этот контроль. Плюс Монород, если что, даст контроль, стан там какой-нибудь чаржник. Леха, может кто-то топ-фласки выпьет из ДД, кто урона не надо. Очень много получает. Да не и так надо, нормально. Сопроты, блядь, чё? Хватит. Ой, я заход забыл выпить. Да ёчу. Сопроты пейте, блядь, чтобы у всех были меньше урона, легче. Не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. На вторую фазу приведем при всех обстоятельствах, даже с хуёвым, блядь, ДПС. На второй фазе там тоже не надо уйма ДПС. Единственное, что каз бить, но это танки заняты этим. Вам, блядь, от луж отбежать и, блядь, от фир отвернуться. Все. Крик Феникс отвернулись. Перья, блядь, на боссе это. Каст. Беги, сука! Беги, сука! Беги! Перья на боссе дошли милики. РДД тоже. Прибежали. Да. Забираем. Девка, иди сюда. Все. Давайте по активнее, каст пошел. Пиздец, адмирал. Моба.
Убираю, пускай два доходит. Одного за контроль. Води, босса. Води. 9 секунд заберу. Как? Раз. Дальних контроль. Да, эвейт. Приведи босса. Беги, сука, что, беги! Пускай эти тоже доходят. Все нормально. 10 секунд заберу. Раз. Раз, пробежали. Забираю босса. Беги, сука, беги! Оба слил. Еще два моба молча. Два моба, дайте дэ. Пробежали. Не контролируйте никого. Все нормально. По готовности забирай. Забирай. Дай каплю кал. Сейчас, да. Ядов. Не контролируйте. Скорее тоже. Могу забрать. Скал пошел, кас перебежали. Хотел мне резон. Дальше. Собрал. Оба победили. Дальних контролем. Проводи босса. Босса приведи. Все, этот пускай сливается. Одного моба за... Проведи босса, еще босса проведи. Проводи босса. Раз. Проведи, проведи босса. Раз. Беги, сука, беги! Беги, сука, беги! Че там, бля, забираем? Я сейчас заберу. Блять, ушло. Беги, сука, беги! Законтрольте моба. Беги, сука, беги, беги, сука, беги! Мобы появились. Контроль моба. Забираю ты 4. Давай, забирай тут. Проводи. Беги, сука, беги! Все, пускай два доходят. Контроль. Два дошли. Проводи немножко. Беги, сука, пошло, да. Забирай. Проводи. Проходи, кого. Беги, сука. Забирай. Проводи босса. Каст. Это уже вторые лужи. Беги, сука, побежали, побежали, милиться. Моба того грипните. Грипните моба еще. 5%. Стопнули по бот. Сливаем этих мобов, короче. Сливайте мобов постепенно. Не бейте босса, стопните по боссу. Беги, сука, беги! Сейчас заберу босса. Уводи босса. Все, боссу играем, все по боссу играем. Каст. Массакру на... Беги. Чем так медленно заходить? По боссу играем, блять, мол... 4 идет. Как?
Блять, сейчас хуёво перейду. Сакру дадите там. А, не, не хуёво, хуёво перевели. Локи, законтрольте мобов по очереди, склейте мелкого финика. Там их, блять, 4 или 5, блять. То есть на край станьте и законтрольте. И по очереди клюк. Я предпоследнего законтролю. Пусть иди сюда, коника хилить. Пробуй еще корни найти склон. Да мобы взрываются, тогда купол надо ставить. Я думал, он в него, они в него режутся, ебать. Сбил. Летят мобы. Трое. Уголь Алара. Че? Че ты там сдох? Три летят. По одному. Блять, подпустите. По одному, что прохиливать можно было. Прохил. Еще один летит. Коника прохили, пуси. Сбивай, каст. Перья. Феникс идет, перья. Убежали. Сай банок. Хиль, хиль, пуси. Чего вы там ложите? Хуй знает. Проклятие там вот. Прохиливайте, прохиливайте, живите. Пиздец, блять. А. Что там у вас происходит? Наход умер. Да подохли танки. А чего вы там подохли? Перья. Кават стоит, я стою. Чего там дохнет? Хуй знает, что это смерть смерти. Я видел то, что на торте и на пуссе они были эти не продиспылены. Хуета не продиспылены, да. Да. Так, а чё? Да я сейчас проебался с этими мобами, одному циклон забыл продиспылить. Охуенно. Не, вторые, видишь, летят. Да, вторые. Да, есть. Так, встаю, короче. Охуенно. Тебя не задевает пианист? Блять, ну я хуй знаю, что тут надо, блять. Хоть на торе по кимпам разделяется. Меня задевает. Что? Просто, блять. Не, это, меня задевает. Взрыв мобов меня задевает. Но он идет на всю карту. Там же написано, типа, вне зависимости, где ты стоишь. Да, вообще, да, текстура. Адмирал, ты дебил, честно тебе скажу. Урона по рейду ровно, сука, ноль, блять. Он да, Юти. Свой... Всех вот этих четырех. Короче, я глубоко убежден, что мобов этих бить надо кучками. Там должны быть ДД, один танк, вы. И контролить нужно во всех четырех платформах. А одну не зергать, так не получится. Скорее всего, да. Сейчас пойду. Потому что это залупа какая-то. Ну тут вообще лучше в ДЦ мы не сможем так 2Т5, 2Т10 от всех мобов Т4 вернее от всех мобов на танках, блять, копятся стаки. Ну да, копятся. Это, и ну. Получается, и что? Я хуй знает, как там вас прохиливали, но я все дефы отдал и пусть и не прохилил, ни меня, ни народа. А почему он не просидел? Ты спросил у него? Я не знаю, там говорят, дебаф был вот этот, проклятие. Диспелил. Потому что его хуй кто диспелил. Так а кто диспелит у нас? Монород диспелит. А на второй фазе тогда кто? Первого, значит, должен Мосса или Йена продиспелить. Но то, что Мосса находится на третьей платформе, значит, должен был Йена. Йена отвлекся контролем мобов, и не продиспелил. Из-за этого веселеет Лёв, потому что прохила не было. Вот, значит, надо ему диспелить. Вся проблема решена. Просто это надо заранее знать. Получилось, что никто не диспелил, думали, нету этой хуйни на второй фазе. Нет, я там из-за того, что шли мобы, раскидывал циклоны. И из-за этого не диспелил. Значит, кто-то вместо тебя будет хуйню всю раскидывать. Там на платформе стоят все разрозненно. То есть перебегаешь и, блядь, попадаешь в этот, в перья в эти самые. Под меня тоже хант вылез. Я вчера объяснял, кто где как стоит. Я вчера половины не было. Меня тоже хант, не буду говорить кто, прям под меня лужу вынес. Или вынесла. Я вчера объяснял, где кто как стоит на платформе. Того, кого не было, ясен хуй, вы не знаете.
Мне кажется, милики должны в одну сторону выносить, РДД в другую. Блять, я объяснял тоже это вчера. И что встать на то место, откуда вы босса достаете, дамажите. Ну, даже я, блядь, не слушал, что пианист говорил, и то, блядь, понимаю, как должно быть. Две минуты покурить. Че, мне сейчас лобычку всех запускать? Опять по новой объяснять? Не близко появляются, но надо там. Да там вообще все легко звучит, просто надо, ну, проговорить разок это. Блядь, 10 маленьких фениксов, это же пиздец. Да 10 это немного, ты шутишь? Ты как переводить, ничего не надо. Ну не, все равно на самом деле не будет. Блять, там одна ошибка, и ты ошибся. Случайно не вынесли, они рядом с фениксами прилетели, и все, пиздец, ты не успеешь контроль дать. Там лужу кладут, прям возле стенки. Это прям совсем-совсем рядом возле феникса. А надо как раз-таки, как Леша вчера объяснял, в бок бежать с этими лужами. А вы прям под феникса эту лужу оставляете. Это все, конечно, хорошо, но просто мне интересует момент. Мне интересует момент. Раздельно бить не получится. Объясню почему. На группу делиться не получится. У нас нету столько людей, которые смогут дебаф продиспалить. Это да. То есть банально нам надо на четырех платформах человек, который не будет ни дамажить, во-первых. Во-вторых, килить не сможет. Да, да, ну это хуйня, да. Ну тут прям, блядь, именно из-за того, что вот он... А чё этот проклятие дает? Я стоял вместе с Калатом, вообще никаких проблем не возникало. На мне было, блядь, вы там сколько, пол феникса снесли примерно, да? На мне было там в районе 10 стаков от феникса, 10 стаков, да? И я еще даже бабл не нажимал. Я мог еще продержать там примерно, ну, стаков так, блядь, еще 8 баблом снять и еще снова по новой, блядь, продержать. То есть я могу, блядь, 2 феникса продержать, по сути. Почему танков сложило? Я объясню, почему. Потому что единственное, в чем проблема заключается, в том, что Элбрил вместе со мной стоит, если на него дебаф кинет, это будет печаль. Его никто не продиспелит. То же самое, ну, Рестер Друид, ну, то же самое. Его тоже никто не продиспелит. Поэтому, я хуй его знает. Типа, с дебафами как поступать. Каст долгий. Опять же, то же самое по поводу мобов. Урон заходит по всей комнате, то есть до меня доставало. Если даже разделиться на, ну, на все платформы, то есть мобы, если 4 моба сольются вместе, блядь, на 4. Ну это как бы хуёво. То есть будет на 5. Бля, слушай, я тебе сейчас расскажу, как мы будем проходить. Берем, смотри, берем 2 или 3 совы, да? Все выносим лужу в край, и совы по КД их откидывают в обратно с платформы. А маг в это время кидает Близзард. Изи. Сказал тот сова, у которого нет отброса. Ну а я могу вкачать, несложно. Мы сейчас выпьем сопрот, посидим сейчас, повайпаемся и пойдем по своим делам. Вот так вот будет близко. Не, ну это имба тактика. Типа берешь 3 совы, откидываешь их по КД, а маг кидает Близа. Я вам так скажу, спелься, блять, эту хуетень. Хилы не могут хилить. Если бы хилы хилили, выжил бы весь рейд. Полина, кричи, если что. Просто я из-за контроля да, могу... Понимаете, вот я Монороту объясняла. Постоянно кричать с диспел с хила, блин, ну это... Включи микрофон на голосовой активации. Гена, ты диспелишь? Да. А ты, кстати, Леха, видел, что происходит на второй фазе? Когда идет каст. Все стоят разносненно и ловят этот каст.
Там анархия происходит. Там места нету, где встать. В смысле нету места, где встать? Вы не можете в одном тарте бегать друг с другом, милики. У вас 4 милика. Ну, да, народ, я заебанный просто. Нет, милики-то справа, да, смещаются, а остальные что? РДД становится возле стеночки на дальний рейндж. Когда падают лужи, делают пару шагов вперед. Все. Левее они становятся. Вы правее уходите, милишники, РДД уходит. Пару шагов вперед сделать не составляет никаких проблем от луж. Лужи будут наполовину, блядь, в стене, наполовину, блядь, на платформе. Даю проверку. Первых будет все равно 5 луж. Всего лишь 5. Потом будет 10. Когда будет 10, вы уже должны быть добивать первого феникса и уходить на второго. Блин, адмирал, выключи ДБМ. Я посмотрю, что ты сделаешь без ДБМ. Играть с ДБМом — это зашквар. Потому что ты нихера, ну, скилл не вырабатываешь никакой. Купол, ты, блядь, отдаешь только тогда, когда урон по рейду проходит. Когда ты видишь, что три моба доходят. Я понимаю, я видел, когда вот эти... Я почему его выдал, блядь? Я думал, то, что когда вот эти фениксы к Калару подошли, блядь, я думал, они в него въебут, а не подойдут. Блядь, думал, мне похер, что там думал. Смотри, что происходит. Элбрил готов? Все, все готовы, даю отчет. Подожди. Это будет красивая победа. 3, 2, 1. Поехали. Каст, прибежали. Обновите саппорт. У кого нету саппорта, я сразу начислю 1000 без разбора, блядь. Каст, выбирай. Очко жалость. Нет, отказ. Я настроен на того босса убить, блядь. Где троить? Здесь отравить, тройте. Без меня. Урона по танкам, блядь, нету. Урона по рейду особо тоже нет. По готовности забираем. Че там помогло? Поди. Фил. Пускай доходит эти. Луж выбежите, милики. Могу забрать. Можешь забирать, да. Пошли, укротил талант. Так. После этого каста мобы. Блоки дальних контролем. Два пускай доходит. Води. Выбираю босса. Не контроль. Раз. Побежали. Могу забрать. По готовности забирать. Стоит, нет. Ковотка.
отдал. Отпусти тебе там. Как? 10 секунд могу забрать. Почиливаем рейд. Мобы, дальних контролем. Клади босс. Забираю. Клади еще. Ревнус. Кого-то хорошенько. Дам тебе дланжерту. Контрольчик, троих, одного за контрольчик. Пускай доходит. Два пускай доходит. Прибежали. Выбираю босса. Это третий. Все страшно. На контрольчик стоит. Жанна. 5 секунд. Раз. Тени, в тени, в тени. Выбегайте, слушай, Локи прохил. Добрал, 3-4, да. Рано дал. Мобов контроль, дальний. Проводи босса. Проводи. Еще проведи босса. Кирилл. 30 секунд могу забрать. Угу, сразу забрать. Моб, лужа, лужа, лужа. Пускай этот доходил бы уже. Все, и эти тоже пускай доходят. Первого только стопорнить. Прочиливаем. Одиннадцать процентов. Стопните, не успеем. Каст. Стоп ДПС по боссу. Сейчас мобов сливаем на босса, и тогда только будем переводить. Стопните, никто босса не бьет. Переведете, будет вайп. Забираю меня. Забираю. Положу босса. Сейчас главное мобов. Немножко можете поддамаживать босса. Сейчас сразу так что-то наперефазывайте. Газ. Не контроль. Спросите меня. Скоро переходка. 1/10. Пошла переход. На фазу. Каст долгий, там прохилитесь, дадите гимны. Всех захилите нахуй. Там три моба осталось вроде, да? Или сколько? Локи по очереди сливете. Когда будете сливать? Адмирал купол поставишь. Возле стеночки все РДД стоят. На лужах вперед просто. Милики влевее или правее как-то отбегают. Масса ближе, подойди, дам. Каст. Побежали. Защитите там рейд. На народ опросит. Прохите меня. Элбрил, прохи. Фир. Вернулись. Возвращайтесь к стенам. Обдох. Да. Бэрю. Каст. Стенки, к стенке. Побежали.
Ревность. Баблом скинь стаки, если что. Фир. Блять, ну как там же вообще? Не танки, а вата. Ну так конечно, если тебя не хилят. Каст. Просто как можно ближе к луже подбегите как-нибудь. Хуярьте хоть этого, блять, одного. Ну контроль. Прожимку массовую будет. Нет. Да, уж хули. Они к этому ближайшему идут, ко второму. Шляпа какая. От чего вы дохнете, блять? А тут нет, есть какой-то моб, который обезоруживает? Да, там вот какой-то из мобов кинул дизар. Вот ты сдох. Не хилили, потом сдох. Кто тебя должен был хилить? Мосса. Мосса, почему ты его... Там то ли минус к хилу, то ли что-то такое. Вот тебя я сейчас хилил, тяжело было. И я сейчас это, дебаф заскринил. 7 стаков на мне было. Сейчас посмотрю, что на мне было. Название, Серег, скажи. Там надо танка, который, наверное, сам хилится какой-нибудь. Кто это? ДК? Да нет, ДК. Там, блядь, такой дамаг, он не прохилится. На этой платформе, блядь, почему он ложится? Вопрос, блядь. Может быть, потому что надо... Хуй знает, почему кавать на третьей? Вот я, блядь, стоял, реально стоял. Самый последний, сука, сдох. Реально, самый последний. Вы, блядь, я не знаю. Дебафа, выброс пламени один, другой вот этот человечек такой силуэт и один знак огня. Ну знак огня это, блядь, тебе минус от хил. И выброс пламени 140% суммируется до 25 раз, осталось 56 секунд, и он фигачит офигительно. Понимаешь, я даже с минус от хилом, блядь, там стоял, у хила. Но мобы разные. Я в душе не ебу, реально. Первого почти убили, да? Два с половиной ляма. Сдохли от мобов, правильно? Нас понравилось. Да, там... Ну, умер Монорода, я его поднял, а потом мобы просто зашли. Вот смотри. Вот смотри. Монорода хилила, по-моему, только я. Вот смотри. Кто хилит танка? Вот информация. Кто хилит? ШП хилит. Куся, ты должен второго танка. Короче, ему надо кидать частицу на Монрота и хилить Войда. Сейчас пройду. КД. Я хуй Куся, знаю. Ты хилишь вторую платформу танка, кинь на его частицу и хили. И хилить Монрота и... Стих в приоритете Полина. Короче, я так понимаю, что когда он хилит людей, которые далеко от меня, то частица не достает просто. От того человека, на которого он хилку кидает, рейндж не достает. Но я не знаю, чем еще объяснить вот это, вот эти перерывы в хиле, блять. Как у него каст секунда. Хулипал. Да, по тебе 5 секунд не было хила. Ну вот и что это? Ну только от шипы. Проверку на бафу. Там такой дамаг, там, блядь, от ЧП не захилишься. Частицу давно пофиксили, если нету на рейнже частицы, тот, кто хилит, он не будет частицу доставать. Надо, чтобы прямая видимость была, то есть, чтобы пал доставал. Ну вот. Значит, не надо на мне частицу кидать. Мозер, лага. Ее уже давно пофиксили. Кидай на кого хочешь, но хиль меня по КД. С фазы нормально переводим на вторую фазу. Весь рейд жив был. Правильно? Блять, тут реально проблема с тем, что, блядь, танки ложатся. Ну, так фазы. Вот уже ликанули, почему ложатся. Я включила на голос. Будет фонить, скажите. Еще раз. Осталось только прохилить танк. Сейчас 5 секунд.
Дамагеры там, в принципе, практически не дохли, даже от луж. Просто они рандомно появляются. Кулак, дай Вага сейчас. Вага писал, что... Все мобы появляются рандомно, и касты им надо сбивать. Когда идет длинный каст, Ну, народ, у тебя, возможно, агра не было, потому что там есть феникс, который повышает агро. Нет, у нас первый сейчас кидал дизарм. Нет, в прошлый раз. А, в прошлый раз. Вопрос, почему на вас был дизарм? Вы каст не сбили? Нет, тут у каждого, как я понял, крик феникса разный. Там был со страхом, а сейчас именно с дизармом был. Ну дизарм Мишки-то похер. Мишки-то... Нет, а Гефа говорит про прошлый пул, еще до этого. Я просто говорю про то, что... Блядь, касты сбивайте. И это долгий каст, когда идет долгий каст. Запомните, сбивайте его под конец. Когда идет долгий каст... От Феникса стаки на танках не набираются. Мишки так-то не похер. Он все агро теряет в ноль. Если у него пухи нет. У меня вот тут идея появилась. Может мы будем в кругу вот здесь дайте кулак погречу. Дайте кулак. Ты про там нету, получается, когда идет длинный каст, это ваша, это ваш шанс танки скинуть стаки. То есть у вас не бить не будет вот. Когда идет длинный каст Феникс, танка, хуяк. Да, скидываются. Давайте не обосрёмся, пацаны. Поехали. Это будет красивая победа. Аккуратно все делаем. Когда длинный каст, реально танка нихуя не бьет. Так что это такая передышка для хилов и танка. Гречка, а ты тут? Кулак просил. Как? Бежал. Забираю босс. Моба, дальних контролем. Ближних. Я иду. Дайте. Забирай там. Забрал. Дальше на жертву. Отводи, босс. Отводи. Это первый раз, когда забираем, не надо, там не забирать. Как? Все, опускаете два захода. Могу забрать. Забирай. Не надо петь. Так не. Пускайте. Да вот тут. Да, стойте уже. Каст. Побежали. Мобы. Через весь 6 секунд идут. Проводи, босс. Проводи. Забирай. Потихоньку. Тормозите их. Ой, ебать. С хилов. 4 хила. С хилов, быстрее. Испельте. Бегите. Да все. Что про хила? Блять. 4 хила были с дебаф. Угу. Ну что диспелла нет? Ложимся. А что, это самое, дебаф накапливается, да, когда здесь пылишь, правильно?
Он замедляет время коста, уменьшает отхил, ну и каждый... По-другому спрошу. Дисплеил с одного человека, на тебя один стак, дисплеил со второго... Да. Ты чужой стак на себя, ну это вот, настакивает. Если такая ситуация, почему бы Гевке не сдисплеить, помочь, и потом с Гевки сдисплеит Монород? Ему потом придется несколько раз меня бикурсить тоже. Ну так зато с хилов быстрее... Встану резко, не вставайте. Стаки, правильно? Проблемы с прохилом, когда вы не... Когда они под 4 кастера хила были под стаками, под этой хуйней. Они два... Вы там еще третьего запустили вроде. Да третий отлично, если бы рейд был прохилен. Вот смотри, вы два раза нажимаете, это 1.5 секунды. Раз нажали, второй раз нажали, Гевка ему народ. Только, конечно, вы можете на одного и того же нажать. И он потом с тебя просто спокойно два раза здесь полет. Давайте. Интересно. Зато хилы будут за 1.5 секунды уже свободны. Ну типа если ДД там еще можно забить вот с хилов, если 4 хила не повесит. Лучше одного двух здесь полет. Жан, блядь, заебал. Давай. Если давай вы увидите, пусть по линии Элбрид есть дебаг. Похуй как, вообще каким образом. Спельс, без разницы кто. Моса, Йена, блядь, Монород, без разницы. Мы дохнем, блядь, из-за непрохила в большей степени, из-за этих дебагов бегучих. Типа, а не из-за того, что у нас ДПС нет. Дайте с умом, там ставится с гардами прямо у входа, вообще зайти не дают. Залети на маунте. Я пытался, там притяжка ДКшка. 4 ДК стоит. Притяжка ДКшка? От ДКшек. ДКшка-какашка. ДКшка-какашка кидает притяжку. Это как шутка малютка. Все, бафы раздаем. Перс регенти. Вот там сломанный пир починить. Надо просто рейдом выйти и пизды им дать нахуй. Они реснутся и еще раз дать пизды, чтобы они больше там не тусовали. После РТ сделать. Так и все мир. А ИП будет? 200 лишних. Если всех положите, 200 ЕП. Надо как убьем, сразу на кладбон лететь, они там резаются. Масса готов, плюс ЕП. Все готовы, до вечера. Все, аккуратно, просто аккуратно. Это будет красивая победа. Если видите на хилах дебаф, моментально. И танки проводите подальше. Похуй, пока если больше, кто стабильно приведет. Классно. Перебежали. Босса забираю. Фаст. Четыре.
Проводи дальше. Проводи, проводи там два. Справа много идет. Четыре идет. Кас, кас, кас. Ставьте это. Баны дайте локи. Давай, кавап. Клади. А пофиг. Чего отпускать? Пробежали. Пускайте того с баном. Вперед. Чуть дальше, прям в ложах милики стоят. Дальше прям. Вылупились, еще веди. Заберу еще. Сбоку, вот на линзе. Забрал босса. Не контроль. Кават. Кават дашь кап. Все. Все забирай. Давай, все забирай. Дал. Каст. Через 5 секунд лег, да, что уже кап. Через 2 секунды могу забрать. Тогда не, давай, тогда нет. Лобы под. Кават. Бегу с ним, кават. Два мало пускай эти доходят. Больше не должно. Еще два мало тоже эти пускай доходят. Это опа. Пускай два. Запарните. Мобы с банов уходят. Забрать. Проводи. Могу забрать босс. Рано. Не контролируйте, пускай доходит. У кого тут 13? Бежали. Ну босс. Скажешь, как не закрыл? Да хуя. Ебать, иди. Тормознись. Добирай, не закрывай. Твади, босс. Так, секунду заберу. Класс. Пока не надо. Давай, каплю задает. Могу забрать. Я когда? Блин. Забрал. Поднял. Жан, блин, заебал. Давай, доломали. Баху каску пусти. 12 лямов. И крикни на хпвары. Стопните по боссу, придется этих мобов сливать, стопните по боссу, босс не бьет, просто хилимся, живем. Диспэн. Ману дал. Бьет. Отлично. Вот, мобов контролите, забираю босса. Кирстен, возьми. Дай массаку. Когда я давал, ну? Хлопаем их, а? Да-да-да. Не получше. Хилим и мобов сливать. Босса, это каста еще ж первого не было. Вот это первый. Вот. Ой, тупо. Контроль. Так, еще два моба нанесли. Два, три. Отпустите с бана быстрее. Все, начинайте переводить босса. Одного моба еще. Есть. С
сакло, да, до фазы побежали. Один доходит, блять. Да он не взорвется сейчас. Хорошо. Босс иммунен. Конику захиливайте. Сколько осталось сил, мелких? Силы рейда, два моба. Два, по-моему, или три. Два моба. Что, их тогда вообще не будем банить? Нет, адмирал, когда будут доходить, купол по рейду дашь. Просите рейд, дайте им на хп, просим. Давай уже на перехвате. Ну, нормально, я чашку. Ману, там, отъедьтесь. Не. Давайте. Монород СС еще висит. Аккуратно служим. Показ не забудьте. Каст пошел долг. У вас дамажит на этом костюме тоже. Конику хиль тоже. Под конец коста сбиваем. Каст, бейте. Бейте. Ему. Перья. Каст, сопрот. Отбежали. Нет, нахуя так-то тянул. Диспел. Ну, блядь. Моба аккуратно. Отлично. Хиль вам рейд. Им на хп, если что. Где нам? Текстуры выпустим. Каст. Отойдите к стене там или куда? Побежали. Вот кто это, блядь, не отбегает? Это милик был. Монород, на тебя сейчас же вроде. Монород-то захил. Там один без контроля его пиздит, он воет, отошел и все хуярит. Элбрал, ты спиной должен находиться, к мелко. Ну пиздец, все. А, пусть и сдох там, конечно. Чё пусть? Тролльте жоп. Да пиздец, короче, я хуй знает. Это долбоёб придумал эту стратегию, блядь. Вообще в натуре. Чё не курили? Слушайте, а вот когда у него начинается перифаза, да? У него сколько там, 5 лямов? 3 или 5 лямов, да, остаётся? Mm-hmm. И у него хп отнималось, да? Может, его хором будет дергануть? Я так и не понял, мы вообще касп на первом сбили или не сбили? Хули инца полным. А, нет, вроде не сбили. Я рывком просто попробовал, и я не сбил его. Да я, блядь, поменял... Ветры, мон, таунт я не сбил. Почему ни хера не сбилось? Нет, я сделал, короче, перехват, не сбил. Потом... Попробовал свой стан туреновский, я не знаю, успел или не успел. Долорус, если я сбиваю своим 5-секундным станом, бывает? У меня тоже у не тебя, у тебя магические, может у фениксов разные косты, у них же разные косты. Один может иммунен к физическому стану был, и он нам попался сейчас на первом. А я на втором дал свой стан, у меня тоже самое, у меня дело, тоже в иммун ушел. Дело, говорит Долорус. Элбрил, по поводу тебя. Стой! Лицом не стой, пеник. Стой, блядь, спиной, пеник. Да я отворачивался, просто тут чуть-чуть не успел, блядь. Физическая школа. А может дать Геру давать чисто на эту пеник? Просто спиной стоять, блин, перо не увидишь, как лететь будет. Какая в пизду да. Гера? Стоишь на первой фазе, давай туда, да. Короче, по поводу паладинов... И вот этой вот обилки по рейнджу. Если на первой платформе стоит с края, получается, если смотреть к центру, то не достает. Если слева и на второй платформе войд стоит, получается, правее, ближе к краю, то можно с первой платформы спокойно через частицу хилить пуси. И не обязательно стоять где-то по центру между двумя платформами и так далее. Там рейнджа будет хватать. Ну я чё и говорил, что частицу на монорота хилить войд. Я сейчас монорота хилю, вы хилила у него. Вы не поняли, то есть на войде частица,
он стоит на второй платформе правее, если смотреть к центру, и будет частица до него хватать. Но паладин должен хилить через людей на первой платформе, которые стоят левее, если смотреть на центр. Только тогда будет доставать. Иначе ему придется стоять либо между двумя платформами, либо хилить хрен пойми кого. Я ласт пул. Я уже последний трай буду. Потом идем на форум и говорим, ебать в рот, мы вашу кару гер, это, окагер. А чё, может давай приколимся, может я на первой постою, блядь. Засниму, чё там как, блядь. А то я нихуя не понимаю. А может быть иммун появляется, если вы просто затягиваете со сбитием коста вот от такого обуза, как вы хотите. Какая разница, в любое время. Я под конец сбиваю. Слышишь, это дозорон прикалывается. Давай я на первой останусь вместо Монорота. Мне Дезурон написал ГМ. Кстати, если Монорот будет только на что, второй... кстати, слышите? От Blizzard ГМ написано. Ну что написал-то? Из всех гильдий, траящих сегодня, у вас наибольший прогресс. Кто написал? Кто написал? Дезурон. Напиши ему, слышь, иди ты нахуй с таким прогрессом, тактику придумал. Это первый и последний день, который это... Мы пошли сюда. Да, я проверю. Учитывая, что здесь сюда никто не ходит, естественно, у нас самый лучший прогресс. Так вот почему ему... Да вон они стоят на крыльце от скуки. Сидят сейчас джоки, подглядывают, наверное, делают там... С вами хочет поговорить гейм-дизайнер. Ёб твою мать, новая кошка вылезла. Как его закрыть? А почему она пишет тебе, а не пианисту? А я и был, что ли? Потому что его нахуй пошло. Он по стриму в Дискорде просто смотрит, наверное. А ты спроси, как эту хуйню убивать. Скажи, а как зовут гей-дизайнер? Гей-дизайнер? Гей-дизайнер. Это будет красивая победа. Скажи, по какого хуя косты не сбиваются? Как я говорю, он, наверное, подглянул и исправил уже. Ну, в принципе, как и с пятью этими. Вот ужины. Они и так и фиксят боссов, блядь. Смотрят нахуй на других, блядь. Ходить на пламени, каст. Бежали. Дезурон опять что-то пишет, блядь. Блядь. А, камера! Он не пишет, мне камера раздирается. Напиши, типа, блядь, не мешай у нас. ЧС кинь. Напиши ему, ты чё, ДБМ не видишь? У нас пул идет. Смотрите за босс. Давайте за босс. Второй фаз. Раз. Убежали. Дохуя. Ходи. Два моба могут. Забирай, отводи дальше. Иди дальше. 30 секунд. Кастуют? 30? Да. Дохуя, чё-то. Ладно, отводи. Капли есть? Всё, может... Отдаю. Девять. Давай. Вот этого
Все, блять, третий. Каст идет, каст. Каст, бежали. Брат, велики, хил быстрее. Если бы еще пофиксили эту херню, с вейдами, блядь, было бы... Третий. Реально с ним ждать. Ничего страшного. Готовность. Забираем. Капли есть? Того моба можете отпускать. Идет, там... идет, не тормозите. Давайте перешли вы уже. Блин. Спел, наверное. 5 секунд забирал. Забирай, Калат. И веди. Поднял. Давай, отходи, 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 босс. Я бафы поводу. Слушай, быстрее, адмирал. Проводи босса. Танте я прохил. Кровато. Кровато джанжерту тебя запилил. Два моба пускай до входа. Через 10 секунд заберу. Прохиливайте, прохиливайте. Адмирал, хилься, блядь. Каст. 3 секунды заберу. Все, забираю. Меня прохил. Могу появиться. Тайчу. Дай. Быстро идут. Все страшно. Увожу босс. Идти ни одного. Речи тоже, развернись одного притяжку. Тут циклон. Короче, так. Короче. Ну массакру, деф, 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 блядь, контроль. Сука, вот. Это пиздец. Просилуйте. Ждуйте. Им на ХП отдайте, не знают. Мосы ДСС был, да? Но народ поднимешь лаву. Забрал. Ну а пусть сюда. Каст. Каст, 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 каст. Им на ману. Пустите. Хилов маны нету, дайте ману хила. 13 лямов. Босса проводи, я вижу. Два моба подпускал. Дал, дал массу. Еще хиломан. Забираем его. Моба сливается. Забираем. База будет. Купол, что-нибудь сейф там, я не знаю. Побежали, побежали. Пять штук. Пять, пять, пять. 4 лока, 4 моба контроля, одного сливается. Потом по очереди отпускаю. Я на первой встрече. Каску дайте. Попадин. Каски далеко, вага бахнет или путь. Я убрал стой, блядь, все. Так что... Теперь... Красиво. Да, мне тоже нравится. Что вы сделали? Вот просто сразу у меня. Да просто на, заебись, вообще хрена. Чего ты сдох? Не знаю, это... Сейчас линкану. 22 мили атака. От угля. Вот сейчас, короче, каст был на первом, да? Я сделал перехват, не сбил каст. Сделал стан расовый, не сбил. Сделал зубочину, тоже не сбил. Ну все, больше нельзя касты сбивать. Значит, они это пофиксили, походу, да. А именно сало. Зачем тогда делать эти касты, типа?
Ну, показать, типа, понял, чтобы игрок видел, что этот Феникс делает, какой он дебаф вешает, то есть, чтобы ты Адмирал, ну-ка напиши ему. Может, поэтому надо Геру попробовать дать и, типа, залить его быстро всей толпой. Да, Геру у нас секунд не успеешь делает. Залить его. Ну, ты максимум сделаешь хотя бы. То есть, ему оставишь нет, меньше проблемы. Проблема в том, почему, блядь, Зох воет. Потому почему? Что не хилили вообще. Я не успела в него свечиться. Я только нажала каст, и он уже сдох. Блядь, ты не можешь просветить нажать. Я не знаю, почему... Мой интервал какой? Я не паладин. Ну, у нас есть рекаунта, есть смерть и все остальное прочее. Урон можно посмотреть. По урону, по всему остальному пока. Может быть, что-нибудь им это на форуме написать, чтобы порезали. Ой, да там меньше одной секунды тебя. Кто прохилит меньше в одной секунде сможет? Не знает кто-нибудь. Адмирал. Там только сейвы давать инстантом. У меня флешка 1,2 секунды кастует самое обычное. Так я говорю, там меньше одной секунды, там только сейвы давать. Так 2 секунды. Это только щит, там еще что-нибудь накинуть за это время можно. Но это не все. Там 1.88 иссушающий жар. 2000. У меня не хилит столько быстрина. Я бы тебя не отхилил. 1.88 и второй урон 1.09. Меньше 1 секунды прошло. 1.09 4000 урона. 1.09 4000 урона. А перед смертью за 0.03 секунды 32 косаря. Ну так, надо либо щелды, либо еще. А вы не запомнили название коста Феникса, который вам дизарм вешал, Милики? Я тебе могу сказать любой, блядь, тебе этот. Ну то есть, типа, рейду надо пиздить. Идти тогда Феникса такого, который не будет дизармить или сало там вешать, что-то такое, ну, чтобы его можно было слить. Причем на разных платформах. Почему? Я знаю, почему у вас иммун, скорее всего, идет. Потому что несколько даете сразу. Сбитие костов, блядь. Нет, на прошлом поле там воид, когда я вместе с воидом стоял на второй, у меня тоже было... Да, у меня такая же. Тебе еще открыто. Тоже не сбилось. Так я на третьей стоял, один сбивал. А может каст сбивается типа один у четверых, а не у всех четверых? Или одновременно. Вот такой логике он у троих сбивается, у одного иммун к физурону там должен быть, говорили. Стану сегодня все. Я не знаю тогда, я вот пробовал 3 раза сбить и ни разу не сбил. Перехватом. Хочет, пошли аликов на выход. Го, оленей пиздить. Хоть повеселимся под конец. Багашпот только надевайте, блядь. Только давай я первый выхожу, а второй. Меня если что завтра, наверное.